Теперь у меня уже ноли-то, как говорится, поэтому, Володя, могу выпить и за твое здоровье, и за твое прибавление потомства. Уже все устали пить, Давай. наверное, но я Спасибо, выпью. Мы не устали, Марк. Мы не устали, Марк, так что можно Мы продолжать. наоборот, мы воодушевлены этим. Вот. А приготовить на этот раз Володину песню у меня как-то не получилось, уж извини, но свое оправдание расскажу, что вот у нас были бостонские посиделки, где Женя Йохвит сам почему-то вспомнил, что вот у Володи Рагимова день рождения, и попросил меня что-то спеть. И я даже, очень извиняюсь, и кое-как, но я все-таки спел про усталого Бога, поскольку это очень было хорошо. Больше на слуху. Вот, на что Женя очень хорошо прокомментировал, что Володя вот как раз сделал правильный выбор. Он не стал неважным Богом, а стал приличным музыкантом. Отлично.